И мы продолжаем. Успехи моей страны. О них говорили на встрече, посвященной 25-летию независимости Казахстана. Ее участниками стали ветераны труда и студенты колледжей Петропавловска. Представители старшего поколения делились с молодыми своим жизненным опытом, рассказали о становлении страны, о трудностях, которые были преодолены за эти четверть века. Также ветераны призывали студентов не бояться выбирать рабочие профессии. Ведь государство нуждается не только в менеджерах и программистах, но и в квалифицированных строителях, электриках, сварщиках. По словам будущего юриста Тохжан Тюлюбай, такие встречи с представителями старшего поколения многому учат. Эта встреча помогает новому поколению понять, как нужно остановиться в нашей жизни на ровную дорогу, чтобы не потерять свой смысл. И чтобы мы в будущем были хорошими людьми и знали, как нужно себя проявлять, показывать и как нужно стать хорошим человеком. Сегодня нам ветераны помогли в этом очень. Они нам рассказывали всякие истории о своей жизни, как они проходили через все свои трудности и как нужно с этим справляться.